Большим удовольствием предлагаю вам небольшое предконцертное интервью с замечательным автором, с Михаилом Шелегом. На этом DVD вы, дорогие друзья, смотрите его новый фильм-концерт, который подготовила для вас студия «Ночное такси». Прошлый диск был выпущен нами более полутора лет назад, носил название «Юбилейный концерт», записывался в небольшом уютном питерском клубе «Леон». Сейчас мы на большой, очень хорошей клубной площадке Питера, практически в самом лучшем музыкальном клубе нашего города, в «Гигант Холли Конти». Я с огромным удовольствием буквально за несколько минут до выхода Михаила на сцену предлагаю вам интервью с этим замечательным человеком. Мишенька, я рад видеть тебя вновь. У нас с тобой прошлый 2006 год был годом очень хорошим. Я очень рад тому, что мы с тобой создали альбом «Донна Роза». Это, на мой взгляд, очень хорошая работа. Я работал над этим альбомом как продюсер, как звукорежиссер. Я очень рад, что какие-то определенные продюсерские ходы мои ты поддержал. Где-то, правда, меня критиковал, но это нормально совершенно. И я очень рад тому, что этот альбом теперь доступен людям. Он в магазинах, это великолепный CD. И мне абсолютно точно известно, что люди очень и очень ждали видеоверсификации этого альбома непосредственно на нашей концертной сцене, чтобы в обязательном порядке на полочку своих домашних видеотек поставить уже второй профессиональный концертный видеофильм Михаила Шелега. Тебя очень любят не только в Петербурге, тебя любят и знают в России. Полтора десятилетия ты находишься на сцене шансона, ты великолепный автор, и студия «Ночное такси» и делает, и будет делать все возможное, чтобы твои материалы как можно быстрее и с максимальным современным техническим качеством были известны твоим поклонникам. Сегодняшний концерт ты решил составить из двух частей. Это, с одной стороны, то, что записано в альбоме «Донна Роза», который был записан тобой в студии «Ночное такси» в прошлом году. А другая часть – это... Не все песни. Не все вещи альбома, да. И, с другой стороны, это, конечно, твоя проверенная временем, очень красивая, лирическая, такая мощная, драйвовая, танцевальная программа. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты два слова сказал сначала о альбоме «Донна Роза», поскольку это совершенно новая программа твоя, и затем два слова сказал о тех вещах, которые скомпилированы тобой как автором и мной как продюсером для непосредственно выпуска вот этого фильма-концерта в этом ультрасовременном формате DVD-видео. Это тот альбом «Донна Роза», он появился не случайно, потому что за последнее время, что значит за последнее, с начала 2000-х годов до последнего времени, меня стали воспринимать исключительно как певца лирического, сочиняющего и поющего про любовь. В этом ничего такого плохого нет. Кто-то должен об этом писать. Но у меня со временем накопилось много песен не только лирического характера, но и жанровые, так называемые жанровые песни. Это маленькие пародии, рассказы, какие-то, может быть, размышления даже такого социального характера песни. Поэтому мы с Александром Фруминым мы скомпилировали 12 песен, разных по своему содержанию, но объединенных, может быть, вот именно такой идеей, чтобы это не была лирика в прямом виде, но были какие-то такие темы, которые ждут уже давным-давно и спрашивают у меня те люди, которые приходят на концерты: «Михаил, где ваш юмор? Михаил, где ваша острота в песнях? Мы по ней соскучились». Они же были такие песни в первых ваших альбомах, мы знаем их, эти песни по вашим выступлениям, когда вы под гитару просто их поете. И поэтому я решил собрать именно такие песни. Там в этом альбоме вы услышите обязательно и песня «Сказка». Эта песня начиналась, я ее написал еще в начале 90-х годов. Актуальность она не потеряла и сегодня. Согласись. Абсолютно. Песня «Горизонт» вообще долгожительница. Она была сочинена где-то... В 82-м году. В 82-м, может быть, на рубеже 83-го года. Вспомните, какие были тогда времена. Ушел из жизни генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Его место, его кресло занял КГБист Андропов. Вот. То есть времена были такие достаточно жесткие, и закручивали гайки, и только чудом, может быть, по молодости и как-то еще, я не попал вот под это закручивание гаек. Но тогда уже эту песню я исполнял,
Я ее не стал менять совсем. Пусть она будет немножечко не попадает в сегодняшнюю политическую и социальную атмосферу, но вы поймете, вы разберетесь. В общем, по сути, по своей, там много чего сегодняшнего. Есть также песня «Донна Роза» – это песня пародийного характера. Потому что однажды... Мой любимый фильм. Это мой, во-первых, любимый, один из любимых моих фильмов. Вообще, я люблю комедии. В наши вот эти вот жестокие и криминальные, я бы сказал, времена, где и кинематограф, и телевидение, и радио, оно уже пронизано, так сказать, вот такими, ну, серьезными криминальными темами. Я хотел немножко добавить, немножко лучик такой пародии, света, вот. И я люблю комедию, поэтому сделал пародийную песню. Тем более все знают еще по пародийной песне «Черная кошка» у меня была такая песня. Угу, продолжил версификацию. Да, и говорят, а еще пародии у вас есть? Кино и телефильмов. Есть ли у вас еще пародии? И я говорю, однако есть. Вот вы хотите пародии, их есть у меня, как говорил Аркадий Дмитриевич Звездин, Северный. А среди песен еще будет парочка таких как бы лирических, если можно так выразиться. Ну, такая немножко хулиганская песня «Не люблю, не ревную». Потому, это с позиции такого пацана, который как бы вот таким образом выражает свои чувства к девушке, которая не хочет его замечать. Ты гуляешь с другими у фонтана и посмотри, мол, типа, а я выйду с другой и шубку ей голубую одену. И сапожки, и как, сапожки не как не у всех. Песня... Возьмем песню, предположим, «Ядовитая». Неспроста так называется песня «Ядовитая». Это как бы рассказ немножечко о том, об одиноких мужчинах, которые командировочные, которые пользуются услугами жриц любви. Да, и приглашают их в номер. И песня не очень юморная, не очень смешная, потому что это трагедия вообще-то человеческая. И вот с точки зрения... И того героя, который пригласил проститутку, и с точки зрения проститутки, там смешного-то ничего нет, потому что они оба люди одинокие. Драма. Он говорит, хватит барахтаться, давай садись рядом, пора уже и поговорить. Драма одиноких людей получилась, да. Песня, я бы даже сказал, такая, в общем, драматичная. Есть продолжение, что называется. Очень важно для нашей аудитории, потому что если бы я сейчас... Александр сейчас скажет про эту песню. Ты знаешь, о какой песне? Да, я знаю. Я могу сказать вам, дорогие друзья, что я вообще знаю практически все песни Михаила Шеллига, не буду от вас скрывать, и дружу с этим замечательным человеком уже почти полтора десятилетия. Так вот, у нас есть целый сериал песен о приключениях инопланетян на Земле. Первая такая песня была записана в альбоме «По Садовому кольцу» еще в 1997 году, ровно десятилетие назад. Затем в альбоме 2000 года появилось продолжение. Как ты все помнишь? Я уже не помню, где. «Рядовой Собакин», да, вот помню я все за тобой, Михаил. А потом, когда Миша приехал ко мне в гости, в эфир моей программы «Ночной такси», он с гитарой, по нашей с ним старой доброй традиции, исполнил мне произведение, которое носит название «Гуманоидочка». Ласковое такое, да? Ласковое, вот, да. Просто. Даже не просто гуманоид, а гуманоидочка, да. То есть уменьшительно. И это произведение я безошибочно определил в качестве третьей серии о приключениях инопланетян. Более того, аудитория радио «Шансон» со мной согласилась. И поэтому, когда мы записывали в прошлом году Мишин альбом «Донна Роза», я обязательно попросил, чтобы эта вещь была аранжирована, и в обязательном порядке в этот альбом была включена. Вот это вот такое хорошее продолжение такого мини-сериала. Теперь у меня уже слушатели после трансляции этой песни в эфире «Шансон» спрашивают, когда будет четвертая серия. А, четвертая, да? Да, ну, уже, надо, уже, уже требует продолжения. Вот, надо за этот базар-то нести ответственность. В общем-то, да, я говорю, что без Миши вот ничего не могу вам сказать, но думаю, что будет, поскольку три серии он написал, надо. Очевидно, будет и четвертая. Я бы хотел спросить насчет очень хорошей вещи, которая мне показалась очень актуальна, и многие даже политологи, которые слушают эфир радио «Шансон», тоже ее определили именно как актуальную, поскольку фильм выходит в 2007 году, скоро 2008 год, год выборов президентских в России. И произведение по имени «За царя» как-то вот очень многим специалистам в политической, что называется, практике, оно очень понравилось, и люди вот посчитали эту вещь очень-очень актуальной. В смысле, подчеркиваю, политологи, которые вот слушают радио «Шансон». Песня метафоричная,
Это не значит, что она претендует на истину в первой инстанции. Вот, вот именно мы пьем за царя, и мы вот такой вот народ, что, мол, без царя никак жить не можем. Без царя на Руси, без царя в голове полбеды, это полбеды, а без царя на Руси вот беда. Вот, кто знает, может быть, и не было бы никакой беды, если бы у нас царя не было. Нет, но это метафора такая, вот, действительно. И я очень буду рад, если она придется нашим политическим, так сказать, деятелям, ну, как бы по вкусу. Потому что они там найдут даже цитаты какие-нибудь. Кто знает, кто знает. Волком выть на луну и любить по собачьи царя. Проклиная судьбу, волком быть на луну. Вот. Еще я хотел сказать, что песни веселого характера не заканчиваются только на гуманоидочке и на пародии Донна Роза. И сказки. Там есть еще очень хорошая песня на стихи Сережи Махотина, моего друга, петербуржца. Называется «Андрюха». Это история бытового характера. Человек попал под наркоз. И его вылечили не от алкоголизма, а от того, чтобы он не матерился. Потому что он матерился, он удержу не знал. Его вылечили. И что из этого получилось, вы дальше услышите. Уже услышав эту композицию, уже поймете. Да? Хорошая песня лирического характера на стихи Михаила Каневского, тоже моего близкого друга, товарища, тоже петербуржца. Я стараюсь в каждый альбом ставить песню с его стихами. Конечно, я над ними не то чтобы много работаю, я к ним подхожу как не просто к стихам, а к песенным текстам. Миша на меня не обижается, у нас уже так давно договоренность достигнута, что он говорит: ладно уж, уродуй, так и быть. С долей юмора, конечно, шутки, он говорит это. Песня «Чифирок». Может, кому-то она придется по душе. Она получилась очень лирическая. И одновременно жанровая композиция. Жанровая тоже композиция. Чтобы как-то немного... Все-таки я хотел бы не... Чтобы меня не выпихивали из жанра, моего любимого жанра, в основании которого мы находились с Александром. Я участвовал еще в 91-м году в первом фестивале шансона. В самом первом, да. В самом первом фестивале. Еще тогда впервые это название. И названия даже не было. Оно только впервые появилось русский шансон. И я не хотел бы покидать этот жанр, чтобы меня как... так сказать, истинного лирика сказали бы, да он по псу поет, пусть он там по всей и идет. Я хотел бы остаться среди моих товарищей, друзей по жанру, вот, и чтобы поклонникам показать новые свои работы. Спасибо. И в завершении нашего короткого предконцертного интервью, естественно, традиционный вопрос, который я всегда задаю тебе и в эфире моей программы «Ночное такси», в эфире нашей большой радиостанции «Радио Шансон». Обедал ли ты сегодня? Нет. И задавал тебе его при прошлом интервью, когда мы с тобой снимали твой юбилейный концерт в 2005 году. Твое пожелание аудитории, которая сейчас будет смотреть твой сольный фильм-концерт. Я хотел бы, чтобы те, кто любит мои лирические песни, не сильно как бы разочаровывался, потому что следующий альбом будет обязательно лирического характера. Но этот наш продукт, альбом, и DVD, мы вложили в него душу, сердце, силы. Мы потратили на него на запись, на аранжировки, на сведение. Более полугода. Более полугода. Все лето мы потратили в Петербурге под телевышкой, где находится студия «Ночное такси». Я хотел бы поблагодарить продюсеров, в первую очередь, конечно, продюсера Александра Фрумина, за эти титанические, так сказать, усилия, которые он прилагает, чтобы развивать наш жанр. Потому что некоторые уже начали говорить, что жанр наш в кризисе. Мы этого не замечаем. Работа идет, работа плодотворная. Планов очень много. Имен много появляется и новых, и вами любимых. Вот. Я хотел бы поблагодарить коллектив студии «Ночное такси» и аранжировщика, и музыканта, прекрасного человека Витю Смирнова, которого вы увидите с аккордеоном на сцене.
Я хотел бы поблагодарить мастера, так сказать, сведения, это Слава Распопов, благодаря ему так все это красиво звучит. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие так или иначе, или подыгрывал, чуть-чуть две ноты взял на гитаре, или чуть-чуть где-то подпел, или чуть-чуть где-то хотя бы даже на сцене постоял. Всем огромное спасибо, слушайте и наслаждайтесь.